какого хрена лазишь по моему телефону? Ты с какого хрена пока с кухом своим пишешь, а? А мы уже месяц в разводе. С кем хочу, с тем и переписываюсь. Совсем что? Ты что, совсем? А ты до сих пор делаешь вид, что у нас все хорошо? Доброе утро. О, господи, я что, дверь не закрыла? А вы кто? Привет, козявка. Катерина, тут какой-то мужик твою дочь целует. Не ты его привела? Бабушка, это же папа. Вижу, к сожалению. Ольга Григорьевна, опять вы при ребенке смотрите этот бред. Почему же? Очень жизненная программа. Все как у нас. Так, что у нас на завтрак? У вас не знаю, у нас драники. Ой, Ольга Григорьевна, а я помню, на свадьбе говорили, сынок, зови меня мамой. Ну, так это же было на свадьбе. А на свадьбе все врут. Ты тоже обещал мою дочь счастливой сделать и в богатстве, и в бедности. Пока только в бедности получается. 7 лет одна и та же песня. Мне нравится песня? Шуруй на другую дискотеку. Уловил метафору? Бабушка, а что такое метафора? Зайка, эта бабушка нас таким изящным способом из своей квартиры выпроваживает. Не вас, а тебя. Нафига ты такой нужен? Взять. Не, хрен взять. Ольга Григорьевна, ну что за выражение? Тем более при ребенке, да? Вы же педагог. Я учитель музыки. А вот ты давно мог бы обзавестись своей квартирой и не сидеть у меня на шее. Между прочим, в своем возрасте некоторые уже по нескольку квартир имеют. Некоторые в моем возрасте под забором валяются. То есть ты гордишься тем, что ты уверенный середнячок? Угу. А моя дочь заслуживает не среднего, а лучшего. Это кого? Катерина, а ты слышала, что Андрей из Израиля вернулся? И ресторан свой новый открывает. Мне Ирина звонила. Мамочка, ну какой ресторан? Так, Кафешка. Встретилась бы с ним, поговорила. Может, тебя еще любит? Мам, я замужем. Это формальность. У него и дом свой, у него и бизнес. Так, а я куда? О, формальность, ты еще здесь? Скажи своей матери, а? Так, мне некогда с вами разбираться. Пожалуйста, отвези Лизу в садик. Меня Лиз на совещание вызвала. Мам, ну все, мам, пока. Лиз, бегом одевайся, а то опоздаю. Цветы не забудь купить на хлебник. А не на хлебник, а на драник. Какие тут ты? Значит... То, что я выпившая тебе, мама меня позволяла называть, это ты помнишь. А когда это было, ты не помнишь. Ну, годовщина у вас сегодня. Чудовище. А с чего вы взяли, что я не помню? Помню. И белая. Помню. Пап, а где машина? Сейчас выясним. Алло? Алло, Кать, ну ты хотя бы предупредила, что машину забираешь. Милый, прости меня, Нина уже 3 раза звонила. Сказала, Лариса только меня и ждет. Я машину взяла, чтобы быстрее. В Москве кому быстрее надо, тот на метро ездит. Ладно, там поаккуратнее, штраф не нахватай, а то только на них работаю. Кто первый встал, того и тапки. Чего? Говорю, давай на метро покатаемся. Пап, а как делать бабки? Если бы я знал, а зачем тебе?
что было много коров. Коров? Тёлки, это же корова. Так, откуда ты это узнала? В клипе у рэпера. Надо бы тебе интернет ограничить. Степан Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Иди, Лиза. Лизонька, иди, детка. Степан Константинович, у нас на следующей неделе будет утренник. Я бы очень вас попросила сыграть небольшую роль на нем. Вы знаете, я как раз вот в этот день работаю. Я же вам не сказала, в какой день. Степан Константинович, ну войдите в положение. У нас на всю группу вы один папа. Все остальные семьи в разводе, вы последние остались. Слушайте, ну какой я артист, а? Там все очень просто. Без репетиций. Просто выступить. Ну не может роль страшилы сыграть одна из мам. Ну никто же не согласится. Возьмите мою тещу, она отлично подойдет. В общем, я на вас рассчитываю. И вот вам. Лиза нарисовала. Угу. Думала, может, психологу показать. Зачем? Ну, она говорит, что на картине ваша семья. Ну и? Ну, это же непонятно что. Вы «Маленького принца» не читали? Всего доброго. Это, типа, папа с мамой накрылись одеялом? Приглашаю тебя в обед на ужин в честь нашей годовщины. Блин, еще годовщина же! Ну, теперь, кажется, точно все. Рассказываю еще раз. Сначала. В нашем жилом комплексе лес чудес, который мы заселяем. Через месяц, а может быть даже и раньше, осталось 10 нераспроданных квартир. А, ну, мы работаем над этим и скоро их продадим. Катерина, как раз до вашего появления я говорила о том, что мы останавливаем продажу по этому комплексу. И все дружно наваливаемся на сказочную страну. А с лесом что? Куда эти 10 квартир? Вам отдам, конечно. Смешно. Чур, я в первую очередь. Можно мне двушку с виду на лес? Да мы здесь друг друга поперебиваемся. А может, я так и планирую? Шучу. Когда пойму, как лучше, сообщу. А сейчас внимание на экран. Приятно, что ты не забыл, что мои любимые цветы лилии. Тем более вот так, без повода. Тебе только две гвоздики. То-то. Надеюсь, не скоро. А чё киснем? Пойдем кофе треснем, расскажешь. Не буду и ничего тебе рассказывать. Тогда послушаешь. Пошли. Чё это было вообще? Я вообще ничего не поняла. Девочки, последняя новость. Лариса хочет квартиры в счет погашения налогов отдать. Это как? Что? Она сегодня меня к себе вызвала и говорит, чтобы я посчитала налоги за период, что она 10 квартир на благотворительность отдаст. А так можно вообще? Ну, конечно, можно, если у тебя в налоговой свои люди есть. Да нет, там все официально. Она эти квартиры льготникам раздаст, а у нее за это налоги спишут. Ей эти квартиры по себестоимости вышли в 2 раза дешевле. Она только выигрыши. Девочка, она, может быть, реально нам эти квартиры отдаст? Угу, дождешься от нее. Ну, за что купила? Ну, ладно. Я тебе говорю, место огонь. Тёлки сами бросаются. 2 из-за меня драться начали. Кто победил? Ничья. 2-2. Представляешь, просыпаюсь в чужой квартире. В одной постели. С 2 девчонками. Не удивил. У меня много раз такое было. Тоже просыпаюсь в чужой квартире в одной постели с 2 девочками. Лиза одна спать боится.
Жесть. Подожди, а как вы? Да никак. Думаешь, почему я квартиры смотрел? Съезжать не надо, а где деньги взять? Вы Лес чудес через сколько сдаете? Через месяц. Там квартир 10 свободных, выбирай любую. Ну, а через месяц? Я документы от нее потеряю. А потом, когда восстановлю, еще 2 месяца пройдет. Так что что-нибудь придумаем лучше потом. Да, куда уж лучше. А ты меня, Лариса, какой-то ерундой загрузила. Говорит, нужен список документов, которые должна предоставить мать-одиночка. Чтобы доказать, что она мать-одиночка. Чего? Зачем ей? Она что, хочет выплату от государства получить? Откуда я знаю? Говорит, для внутреннего пользования. Говорит, в отдел кадров отнести надо. А я еще час назад этот список пробил. Ну, что-то сразу не отнесли. Чтобы не подумали, что у меня работа легкая. И чтобы еще что-нибудь не нагрузили. Ладно, схожу. А то вдруг тоже догадаются, чтобы загуглить. Слушай, только ты особо не распространяйся. Лариса просила не распространяться. Это я тебя так по дружбе разболтал. Ну, и что ты такого разболтал? Я пью белый суп. А ты сегодня за рулем. Хамло. Не мог меня подождать? Ну, а чего? У меня сегодня праздник. А я в этот день 7 лет назад женился на девушке, которую я очень люблю. А у тебя горе. Ты вышла замуж за придурка. Ну, кто тебе это сказал? Мамуля твоя, кто же еще? Ты меня для этого сюда позвал? Нет, конечно, прости. Кстати, вино безалкогольное, может быть. Сейчас, а вот это тебе. Спасибо. Ну, хоть чем-то угадала. Ну. Ладно, давай, наливай свою бутафорию, но вечером, чтобы был мой любимый рис. За что выпьем? Давай за то, что мы до сих пор вместе и все еще любим друг друга. А ты знаешь, мы с тобой вымирающий вид. То есть? У Лиски все в детском саду уже развелись. Ну, родители, представляешь? Что ты предлагаешь? Тоже развестись, чтобы не портить статистику? О, боже упаси! Представляешь, как это обрадует твою мать? А я вот такого подарка ей точно делать не хочу. Ну что ты к ней прикопался? Если тебе что-то не нравится, купи свою квартиру, и мы в нее переедем. Угу. А ты цены видела? Но если мы даже немножечко поднапряжемся и возьмем все свои сбережения и вкинем на первый взнос и возьмем ипотеку, то нам хватит, ну, наверное, на однушку во Владимирской области. И то за нее будет потом расплачиваться еще Лиза. Ну, что ты предлагаешь? Ну, Валера сегодня предлагал заехать в одну из непроданных квартир в Лес чудес. Ну, а что, ну, вариант. Мы туда въедем, а ты ее специально продавать не будешь. Нет, это вообще не вариант. Лариса эти квартиры кому-то уже обещала в счет погашения налогов. То есть как? Я не знаю, там какая-то схема с благотворительностью. Лариса, в счет погашения налогов раздаст эти квартиры каким-то льготникам. Матерям-одиночкам. Точно. Она сегодня Валеру просила узнать, какие документы нужны, чтобы стать матерью-одиночкой. Чтобы стать матерью-одиночкой, нужно родить от козла. Нет, не в этом смысле. Он сказал, что это для внутреннего пользования. Точно. Лариса эти квартиры между своими раздаст. Может, заберем? Ты же мать. Ну, я же не одиночка. Ну, так исправим. Сейчас в суд разводимся, а ты со свидетельством к Ларисе за квартирой. Степ, ты серьезно думаешь, это так просто? Ну, а чего, у нас баб-то в офисе мало. Кому, если не тебе? Ну, не знаю, Марине, например. Ну, не думаю, чем больше разводов, тем больше шансов. Ну, чего ты, давай попробуем, что мы теряем? Ну, получим квартиру, потом заново распишемся, никто ничего не узнает. Чего ты так завелся-то? Ларис еще ничего официально не объявил. Когда объявит, поздно будет. Надо сейчас разводиться, лучше задним числом, чтобы потом подозрений было меньше. Ну что, попробуем. Вы определились? Сейчас, секунду. Ну. Галина Семеновна, ну, пожалуйста, ну, нам очень нужно, войдите в положение. Мы, к тому же, по обоюдному согласию. Да. По обоюдному согласию в ЗАГСе разводят. Вы чего ко мне в суд пришли? Так, мы там были, нас к вам направили. Не-не, ребят, вынуждена вам отказать.
чего? Козлина! Ты всю жизнь меня испоганил! Даже развестись с тобой нормально невозможно! Девушка, ну не заводитесь вы. Как не заводиться? Я его, собственно, матерью в постели застукала. Вы серьезно? Да! Я в одночасье и матери, и мужа, и жилья лишилась. Почему жилья-то? Докрут, докрут, пырь! Он мало того, что мою мать соблазнил, они меня еще и из дома выгнали. А такое вообще бывает? Сама не верила, что бывает. И как вы после этого рядом с ним сидите? Да все уже остыло, год прошу. И вы только сейчас пришли? Я затащить его не могла. Мне работу за границей предложили. Я думала, новую жизнь начну. А там только незамужние нужны. Он еще денег с меня стряс. Говорит, ты там заработаешь, плати. Все, 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 спокойно. Давайте сейчас попробуем что-то сделать. Так, я вас разведу. Но придется госпошлину заплатить. А небольшоватая госпошлина? Нормальная. А вы не слышали, сейчас законопроект новый на рассмотрении? Женят бесплатно, а вот развестись нужно 50 тысяч рублей заплатить, чтобы семью сохранить. Какой передовой у вас суд? Закон еще не приняли, а он у вас прям полным ходом. Так, ладно. Простите, если у вас законы из будущего, может быть, вы нас тогда разведете в прошлом? Ну, как бы задним числом. Месяцем раньше подойдет? Да. Да. Ну, вот и договорились. Только у меня такой суммы с собой нет наличными. А вот для таких случаев у нас в фойе банкомат стоит. Заодно и госпошлину оплатите. 850 рублей потянете? Потяну как-нибудь. Хорошего дня. Продолжай. Да, Галина, да. Здравствуйте. Ольга Григорьевна, здравствуйте. Я звоню уточнить, Екатерина Фомина ваша дочь? Да. А что случилось? Что случилось? Да, в принципе, ничего особенного. С мужем они приходили ко мне на работу, помогла им с бумагами. Ой, спасибо вам огромное. С меня скидка на следующий месяц занятий с Витей. Вы знаете, не нужно скидки. Вообще, в принципе, от вас ничего не нужно, потому что с вами заниматься мы больше не будем. А что-то случилось? Нет, просто не будем и все. Всего хорошего. Извращен. Ну, музыкальное сообщество переживет Витин уход. Ай. Я так переживаю, что у меня ничего не получится. Сейчас все поймут, что мы врем. С ума сошла. Ты актриса от бога. Я в суде сам чуть не поверил. Давай, иди первая. Эй, Марина! Что ты сказал? Это я настраиваю. Люблю тебя. Я тебя. Козлина. Ты что такая? У тебя все нормально? Все нормально. Это как будто сама не своя, какая-то грустная. Дома дела не очень. Пойдем поговорим. Мне с тобой разговаривать не о чем. Ну, ну хорошо. Тогда давай при всех все обсудим. Ты с какого хрена лазишь по моему телефону? Ты с какого хрена по тоскухам своим пишешь, а? А если б не лазила, то и не увидела бы. Вот именно. Если б не лазил, то не увидела бы. А мы месяц уже в разводе. С кем хочу, с тем и переписываюсь. Ты вообще-то запутался. Мы в разводе, потому что ты писал. И не только писал, да? Угу. Помнишь вот это вот? Я вся горю, приезжай, фу! А я в своем доме буду лазить, где я хочу, понял? Если что-то не нравится, собирай свои шмотки и проваливай! Ну и лази себе, если интересно.
Там еще фотки посмотри. Там у некоторых нормальные плафоны, а не то, что вот, вот висюльки такие, как у некоторых. Совсем что? Ты что, совсем? А ты до сих пор рисуешься, что у нас все хорошо? Ну что? Мы что здесь устроили? Совсем обалдели? Фомин, иди подыши. А ты со мной. Нет. Нет, спасибо. Да это не вопрос. Рассказывай. Ну, что рассказывать? Начала замечать где-то полгода назад. Он пропадать стал, где-то переписываться с кем-то, телефон меня прячет. Ну, я залезла в телефон, стала смотреть, все там нашла. Я подала на развод, а он не уезжает никуда. Говорит, негде жить. И все так же переписывается, и приходит посреди ночи, иногда вообще не приходит. Вдвоем живете? С мамой еще и с дочкой. Я маме говорю, выгони его. Она говорит, ваш же ребенок, вдруг еще сойдетесь. Простите меня, пожалуйста. И за это, и за скандал мне так стыдно. Да не переживай. С кем не бывает, знаешь, со мной сколько раз было? Ух, правда, переписки были обычно у меня. Значит, получается, в разводе и с ребенком. Так получается. Слышала сегодня про квартиры? Говорили, мы их продавать не будем. Конечно, слышала. Я решила отдать их матерям-одиночкам. У нас уже есть такие в компании. Вот. Я, получается. И я. Получается. Шутка, я не нуждаюсь, а ты... Ты давай принеси-ка документы о разводе. Все, что там нужно. Ну что, через месяц съедешь от своего козла? Правда? Добро пожаловать. Клуб. Почетное такси. А где машина? Понятно, успокоительно приняла. Не так стыдно. За что? Не стыдно людей обманывать. Лариса так ко мне прониклась, она такая у нас хорошая. Ну, это коньяк у нее хороший. Ну, это тоже. Но если она узнает, что мы обманываем, она нас точно уволит. Так, что она сказала? Она приняла меня в клуб. Сказала, что даст мне квартиру, и я съеду от своего козла. Козел? Это ты. Сработало. Так, нет, стой, еще ничего не сработало. Вот дадут ордер, вот тогда будешь скакать. Да нет, все самое сложное позади. Теперь нам осталось месяц друг друга игнорировать и делать вид, что мы друг друга ненавидим. И все. Ладно, пошли отмечать. То, что мы всех обманули? Нет, годовщину нашей свадьбы. И развод. Да. Посуду, эй, бард, кинь лед. Сегодня я танцую, всем счастье за мой счет. Шумим, бьем посуду, сорвем наш джекпот. Сегодня я вангую. Дым туман стелит как надо. Карманы дым, вдохнем покрепче, похулиганим мы. Всем счастье за мой счет, смеемся, бьем посуду, эй, бармен, кинь лед. Сегодня я танцую, всем счастье за мой счет, шумим, бьем посуду, с.
сорвем наш джекпот. Сегодня я вангую. Доброе утро, пташка. Что тебе сегодня снилось? Ты так губами причмокивал во сне. Прям манил. Ничего я не причмокивал. Просто снилось, что я что-то ем. Банан. Фомин! Я. На выход, до свидания. Начальник, тормози, пусть он одно сначала свидание закончится. Не боись, Юша. Успеешь, он здесь надолго. Да. Катюш, забери меня отсюда. Мне нельзя обратно в камеру. Но ты же сам во всем виноват. Ну а как же мы? Мы и как же все? Нет никаких «мы». Есть только ты. Кстати, поздравь меня. Я выхожу замуж за Андрея. А как же я? С тобой мы в разводе. Чудовище! Ты хотел отдельное жилье. Вот и получай. Эй, чудовище! Знаешь, что это? Знаю. А знаешь, куда я тебе его засуну, если ты не начнешь им пользоваться? Да, да, догадываюсь. На! Когда закончишь, отвезешь нас с Лизой на электричку. Вы на дачу? Нет, в Сан-Франциско. Не забудьте нас в воскресенье встретить. У нас там яблоки поспели. Ну, конечно, встретим. Чую, придется самой все переть. Мам, ну мы же сказали встретим, ну. Все, бабуль, поехали, а то там место у окна займут. Ну все, давайте. Давай. Люблю тебя, мамочка. Ты хорошая принцесса. Люблю тебя, папочка. Да, побежали. Слушай, если мы на выходных дома одни, тогда давай побудем дома одни. Я роллов наверчу. Ну, хорошо. Закажем, чтобы в этот раз без отравления. Ну, только если без отравления. О, какая неожиданная встреча. Фомины. Или как вас теперь назвать? Это с Фомины. Анна, вы не подумайте. А я и не подумала. Катерин, вы мне в понедельник копию свидетельства о рождении ребенка занесите. И, в общем, я отправлю вам список. А от меня что-то требуется? Справка о доходах бывшего супруга у меня есть. Вы знаете, просто у нас дочка, она не в курсе, что мы в разводе. И вот они с бабушкой поехали в деревню, а Степан приезжал по... Катерин, мне, если честно, никакого дела. В понедельник жду. Ага. До свидания. До свидания. Отлично просто. Ладно, все, пойдем, пойдем. Кать, ну ты чего? Да ничего. Мы вчера в офисе такое устроили, мы и то разбили, чуть друг друга не передушили. А сейчас вообще как ни в чем не бывало. Тебе это не кажется подозрительным? Ну, хочешь, мы ее убьем, а? Тебе мало того, что мы натворили? А что ты думаешь, за это могут посадить? Ну, у нас уже как минимум дача взятки, мошенничество, а с учетом стоимости квартиры это в особо крупных. Вообще нам надо бы с юристом посоветоваться. Ну, то есть надо было, прежде чем все это затевать. Ну, единственный знакомый мой юрист – это Валера. Но я ему ничего рассказывать не буду, потому что знает Валера, знает все. Да. А как думаешь, это Анна из Балклева? Ты не переживай. Если что, все возьму на себя. Ты, главное, меня дождись. Фраг. Ладно, поехали. Слушай, Кать, а я причмокиваю во сне. Чего? Что за бред? Чего? Давай, поехали. Причмокивайся.
О, Катерина. Думала, возьмешь выходной после вчерашнего. Я, если честно, уже к вам шла. Хотела извиниться. Прекрати. С кем не бывает, а вы как со Степаном помирились? Нет, 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 что вы, нет. Он, правда, заезжал, ну, чтобы проводить ребенка, но мы даже не разговаривали. Это хорошо. Хорошо говорит, что с ребенком продолжает общаться. И вы точно. 100%. Правильно. Ни единого шанса объезжать. Здравствуйте, Степан. Здравствуйте, Лариса Петровна. А что вы так официально? Можно просто Николаевна? Шучу, Лариса. Я же вроде еще ничего. Даже очень, да. У меня к вам дело. Зайдите в понедельник. Конечно, Ларисник. Лариса. Я очень сожалею, но вы оплатили квартиру полностью. Если вы не хотите жить в этом комплексе, вам нужно продавать ее самостоятельно. Хорошо, значит, не вы, а банк, если ипотека. Но в любом случае... Мы не хотим жить непонятно с кем в одном комплексе. Мы специально выбирали комплекс подороже, чтобы соседи были поприличнее. Ты серьезно? Да, и так целый день, как только объявили об этой благотворительности, так и началось. Девочки, это я не вам. А сегодня? Одна мне вообще заявила, что она, видите ли, многодетная и малоимущая, и тоже нуждается в бесплатной квартире. А потом по базе посмотрела, у нее 3 однушки в нашем комплексе с типовым ремонтом. Так это под сдачу. Само собой. Смотрите, есть такой вариант заехать. Ой, сорвалось. А ты в курсе вообще, что это незаконно? Что? Незаконно в субботу портить себе настроение. Нет, я не в курсе. Ну, незнание закона еще не освобождает от ответственности. Угу. И что же мне грозит? Ну, на первый раз мы тебя простим. Простим, Марин? Ну, простим. Тем более, ты теперь одна из нас. Только непонятно, почему мы об этом только что узнали. Узнали о чем? О том, что ты, оказывается, уже целый месяц как в разводе. А, да, об этом. Короче, у нас сегодня традиционный субботний забег по барам. Здорово, но нет, я не смогу. А, у меня мама с дочкой на дачу уехали, и мне надо дома побыть. Значит, мы идем к вам. А, с тебя закуски, с нас винишко. Я не уверена, что... Короче, к 8 будем. Много не готовь, мы почти не закусим. Вот и вина. Тебе не стыдно? И тебе привет. Привет. Так тебе не стыдно? Если ты про молоко, которое я в холодильнике спер, так оно вон просроченное. Я, может, кого-нибудь и спасаю сейчас. Надеюсь, тебя пронесет. Почему я не первый узнал, что ты в разводе? Не думал, что ты ведешь статистику. Ты мне должен. Ты мне должен за все выходные, которые мог тусить со мной, а я не знал. Все, сегодня проставляешься. Спасибо. Ну, во-первых, мы и так с тобой почти каждые выходные куда-то ходим. Во-вторых, я всегда плачу. Поэтому чем эти выходные отличаются от других? Ты теперь свободный мужик, и мы можем не просто пить. Молоко, кстати, правда прокисло. Предложение заманчивое, но я пас. Ты умеешь торговаться. Хорошо, за все плачу я. Прям за все? Там за все. Прям за там все? За все. За все. За... Только заказываю тоже я. Запомни это желание и исполнишь на следующей неделе. Но на сегодня у меня планы. Ну, подожди, у этих планов есть подружка? Ладно, ладно, но на следующей неделе по полной. Извини, сегодня по вечеру отбой. Ко мне Марин с Леной придут. То есть как? Ну, вот так. Я пыталась отмазать, но не в какую. Можешь тоже погулять где-нибудь, а?
Ну, спасибо. Слышал я, что друга на бабу меняет, но чтоб мужа. Ну ладно, прости. Ну, сходи куда-нибудь развейся, а я постараюсь как-то этот шабаш побыстрее свернуть. Валер, куда ты хотел пойти? Папа дома. Давай посадись. Как обычно, в центр напротив сцены. Нас туда, где потише и где народу поменьше. Да, и передайте своим, что никого присылать нам не надо. Мы вдвоем тихо напьемся и уйдем. Потом пересядем. Если захотим. Слушай, а две текилы не маловат? Знакомься, это текила. Раз текила, два текила. Привет. Здрасте. Старомодненько у вас тут. Ты вообще по-хорошему тут бы ремонтик сделал. Да. Да. Ой, мама против, ей все вот так нравится. А может быть, тебе своим собственным жильем обзавестись? Ну, ты у нас теперь тоже как Марина, мать-одиночка. Подавай документы, тоже квартиру получишь. Поаккуратней, а то я без квартиры останусь. Да, слушайте, я не то чтобы очень претендую. Лариса мне сама сказала документы подать, я подала, вот и все. Я не очень надеюсь. А ты заметила вообще, как все идеально сложилось? Как только сказали, что Лариска будет квартиру раздавать, так в этот же вечер мы узнаем, что они, оказывается, развелись. Мы вообще-то развелись месяц назад. И еще нам давали 2 месяца на примирение. Так что, когда мы разошлись, у Ларисы даже в мыслях ничего про квартиры не было. Да я просто пошутила. А что ты так завелась? Так, ладно, ладно, все, девочки. Вы вообще помните повод, по которому мы здесь собрались? Ты достаточно пьяна, чтобы рассказать нам про Степана и... Нет, я пока не готова. Звучит как тост. Давай. Угу. Ура! У меня для тебя сюрприз. Девчонки! Выбирай. 01, 02, 03. Размер груди соответствует. Ты всех бюджетников собрал. Кстати, еще учительница есть. Сейчас. У тебя была когда-нибудь учительница? Была, только настоящая. Девчонки, я сейчас через секундочку приду. Че, прям в школе? Ну, в школе, в институте. Историчка. Думал, женюсь. И че? И ничего не сложилось. Она выскочила замуж за коллегу и уволилась. Ой, девочки, представляете, я сегодня в лав... наткнулась на нашего Егорку. На кого? Егорку. Он лицо себе отфотошопил, прыщи убрал. Я еле его узнала. Это что, получается, он снова в активном поиске? Mm-hmm. Получается, что вы Лариска нахрен послал? Да. Лариска. Егорку. А ты что, не в курсе? Егорка Ларискин фаворит. Фаворит тоже, что слово такое нашла. С чего вы взяли-то? Ой, слушай, ну ты в каком мире живешь? Егорка за все время ни одной квартиры не продал. В офис через раз ходит. А зарплата его поднимается и поднимается почему-то. И вообще, если у мужика в компании поднимается зарплата или новая должность, он 100% спит с Лариской. Верный знак. Да. Фу, какой ужас. Это жизнь, детка. И что, Егорка, ты ему влепила супер лайк? Я ему поставила жирный лайк. Я вообще не понимаю, о чем вы. Да ладно. Правда? Мы когда со Степаном познакомились, еще никаких тех сайтов не было. У любой уважающей себя свободной. И не уважающей себя, и не свободной. У любой женщины должен быть лавок. Давай сюда свой телефон, будем тебе личную жизнь налаживать. Давай, да, давай. Конечно, давай. Давай. Давай, 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 давай. Знаешь, почему я не женюсь? Потому что все они продажные. Смотри. А только что сидела тут, а теперь там. Ну, Валер, ну это ее работа. Это ее нутро. Все они продажные.
Я думал, Катерина у тебя нормальная, а не такая же оказалась, как эти. Валер, поаккуратнее, она мать моего ребенка. Я думаю, это ж какой тварью надо быть, чтобы тебе ребенка лишить отца? Никто никого не лишал. Все нормально, мы видимся. Это сейчас. А как она найдет себе хорошего, богатенького хахаля, а она найдет. Сразу все, у них натура такая. Не нужен ты будешь. Все, 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 мне с меня хватит. Девушка, а можно нам счет? На обложку откровенное фото лучше не ставить. Да. А вот дальше уже можно. Угу. У меня откровенных и нет. Нужно сделать. Угу. Пока оставим то, что да. есть. Так. Кого ищем? Мужчину. Логично. Да. Высокого? Можно на высокого. Кореглазый брюнет? С собственным жильем? Конечно. Без ВП. Без ЗПП. Ну тогда и не БУ. Ну, знаешь, сильно не придирайся. Согласна. Для чего ищем? Для чего? Сказать, что надо вот ищем, получается. Пиши, как у меня. Давай. Для встреч без обязательств. Mm-hmm. Я без обязательств не согласна. Это пока. Mm-hmm. Так, ну что, давай посмотрим. Давай. Жуть какая-то. Зато без детей и из квартиры. Вот этот. Угу. Да, он же старый, глаз коси. Не налево же. О, да, ага. Жуть. Вообще, я не знала, что ты такая разборчивая. Короче, я знаю, что тебе нужно. Я завтра на трезвую голову с твоего аккаунта посижу и подберу пару вариантиков. А то они мне все сейчас просто бредами-пидами кажутся. И мне. Ну, посмотри. Смотри, крутится, как кура-гриль. А ты на нее не смотри, чтобы ее качал. Меня? Да. Я космонавт. Смотри. Сама. Кто следующий? Мы. Подожди, я скажу. Что у вас? Он с шеста упал. Где болит? Доктор, везде. И чуть-чуть бок. Угу. Так, тихо, стой. Ну, ничего. Тихо. Что так больно? Так он вроде другим боком ударился, доктор. Да бог с ним боком-то. У него, похоже, аппендицит. Этого быстро на УЗИ. Что ты, доктор, так? Готовьте операционную. Берись. Степа, не бросай меня. Не бросай. Держи. Везите меня, Адольфо! Поехали. Ну что, ты уже созрела рассказать нам про своего козла? Про какого козла? Ты что, прикалываешься? Про Степана. А, ну... Он меня изменил. И какая-то баба ему писала, фотки слала. Так, все мы в офисе да. это уже слышали. Ты, пожалуйста, с подробностями. Да. Что за баба? Сколько лет? Куда ходил? Сколько раз? Где виделись? Где прятались? Какой знак зодиака, в конце концов? Да я даже не знаю, девчонки. В смысле? Вот дает, а? У нее муж же какой-то бабе ушел, а она до сих пор ее соцсети не прошерстила. Подозрительно. Угу. Что подозрительно? Все. Все подозрительно. А подруга могла бы и правду рассказать. Но... Прости, пожалуйста, что опоздал.
Ты чего сюда приперся? Я тебе говорила, ты здесь больше не живешь. А я помню. Я мириться шел, а сейчас тебя увидел и вспомнил, какая ты гадина. Ах ты, козлина, кобелина. Ты как козлобелина ты. А с виду такой приличный человек, всегда здоровается. Здрасте. Забор покрасьте, вали отсюда, пока мы милицию не вызвали или сами тебя не накостыляли. Все, 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 все. Все. Девочки, какой счастье, что вы здесь. Ну, правда, задолбал ходить. Хочешь, мы переедем к тебе жить и будем тебя от него защищать? Звучит как тост. Да, надо выпить. Отличное предложение. Я бы ее уже давным-давно бросила. Я не понимаю, как он ее 8 лет выдерживает. Она ни ума же, ни харизмы, просто пустышка какая-то. Есть такое, да. Девчонки! Ты че орешь 6 утра? Пожалуйста! Увидимся на работе. А где такси? За углом. Идем. Сейчас. Давай. Пошли его на небо со звездочкой. Это что? Это вынужденная мера. Нас сегодня чуть не спалили. Марина тоже хочет квартиру. Если она узнает, что мы с тобой вместе, она стопудово расскажет Ларисе. Тогда ни квартира у нас с тобой, ни работа. Ну, вообще-то они подруги твои. В первую очередь, они меркантильные бабы. Особенно Марина. Они о тебе, кстати, тоже не лучшего мнения. Короче, если мы с тобой в это ввязались, то нужно играть до конца. Перекантуйся там месяцок где-нибудь, не знаю, у того же Валеры. Валера сегодня с шеста свалился, ему аппендицит вырезают. Отлично, тогда ты у него и поживи, а я маме и Лизе скажу, что ты в командировке. Хорошо, что ты все придумала. Ладно. Подожди, давай ты выспись, а потом поедешь. Нет уж, поеду. Переоденусь сначала. Если играть, то играть по правилам. Всем счастье за мой счет. Смеемся, бьем посуду. Эй, бар, кинь лед. Сегодня я танцую. Всем счастье за мой счет. Бьем посуду, сорвем наш джекпот. Сегодня я вангую. Дым, туман стелит как надо. Мое поколение, руки в карманы. Дым, вдохну покрепче, похули. Ну, не знаю, тут все-таки больница. Ты один? Не-не. Сейчас придет сосед. Ага. Я тебе тут витаминчик принес. Вот яблочки, апельсинки. Не-не-не, мне все это нельзя. Что, совсем плохо, да? Вообще, пипец, умираю. Тебя только за смертью посылать. Да тут на территории не продают ничего. А где кальмары? Не было.
А вот это значит можно, да? Это лекарство. Будешь тебе явно тоже хреново. Нормально мне. Что врачи говорят? Говорят, вовремя ты меня привез. Еще пару часов, все. Ну, получается, это мой должник. Денег нет. Пусти пожить к себе. Легко. Опа, я что, кольцо потерял? Какое кольцо? Всевластие. Валер, ты под наркозом, да? Я говорю, кольцо, ключ от квартиры. Без него не попадешь. Выглядит, как кольцо Фродо. Забыл, что ли? Там чип вставлен, типа как от домофона. У меня входная дверь с него открывается. Ты, конечно, фантазер. А где его теперь искать? Ну, в стрипуху сходи. Наверное, там лежит, когда с шеста падал. Закатилась куда-то. Пойди посмотри. Понятно. Выздоравливай. Вон, витаминчики соседу. Я уже ложу. Осторожней, смотри под ноги. Мама! Привет, моя принцесса. Привет. А где папа? Наш папа уехал в командировку, ненадолго. Кто бы сомневался? Давай, давай. А когда он вернется? Он успеет на мой день рождения? Если не успеет, отметим без него. Он обязательно успеет. Где машина твоя? Она там, но я вам такси вызвала. Мам, ну меня в офис срочно вызвали, еще коллегу надо подхватить. В общем, я не успею вас завести. Угу. Но сегодня же воскресенье. Ну, объясни это моей начальнице. У нее семьи нет, она считает, что семьи вообще быть не должно. Ну, могла бы сама не приезжать. Здравствуйте. Мы тут у вас вчера отдыхали. Привет, привет. Да помню я. Все помнят. Как Валера? Вроде жив. Правда, пришлось кое-что вырезать. Что, все-таки кастрировали, да? Нет, пока только аппендицит. Понятно. Пусть его выздоравливает, а то без него скучно. Я передам. Слушайте, он у вас вчера тут ключ потерял. Ну, то есть не ключ, а кольцо. Ключа я не видел, а кольцо, да, было дело. Вон, видишь, ты киль подарил. Ну вот. А я-то думаю, что он так вчера убивался. В смысле? Неважно. Где ее найти? Слушай, она сегодня выходная. Телефона ее у меня нет. Да если бы и был, то... Но? Но по воскресеньям она еду бездомным раздает. Здесь, недалеко. Спросить текилу? Ее Даша зовут. Спасибо. Ну что, как ты после вчерашнего? Ой, просто ужасно. Еле встала. Мне еще нужно было маму с вокзала забирать. А тут еще этот показ. Я вообще не понимаю, зачем это вдвоем нужно. А я сегодня утром проснулась, шампусика бахнула и как новая. Вот тут направо поворачивай. Там вроде прямо надо было. Слушай, я здесь всю жизнь живу. Я каждую тропинку знаю. Ты же из Рязани. Ты там была? Там жизни нет. Что-то мне подсказывает, там нельзя было поворачивать. Приехали. Не переживай, я его беру на себя. Господин инспектор, здравствуйте. Скажите, мы что-то нарушили? А что, машина проворульная? Нет. Ну, тогда присаживайтесь на место, мы с водителем все решим. Упс. Старший лейтенант Машуров, можно ваши документы? Пожалуйста. Спасибо. Ну, что же вы, Екатерина Михайловна, кирпича не видели? Если честно, то я не видела. Просто подруга сказала, что так короче водят. Ну, так, может, и короче. Но это же не значит, что надо по встречке ехать. Или вам права не нужны? Очень нужны. Ну, а что же вы им не дорожите? Это от 4 до 6 месяцев лишения. Ладно, выходить, будем оформлять.
Слушайте, может быть, можно как-то договориться? Ну, вы сначала выйдете из машины, а потом уж мы решим, можно что-то сделать или нет. Ну, в общем, на первый раз я вас готов отпустить. Ну, только мне понадобится ваш номер телефона, чтобы я мог проконтролировать, чтобы больше ничего такого не произошло. Номер? Вы мне звонить, что ли, собираетесь? Ну да, контролировать. Так, ну это исключено. Меня муж контролирует. Нет. Товарищ главный лейтенант. Старший. Ну что, не такой уже старший. Она вас обманывает. Она в разводе, ей... Очень нужен ваш контроль. Мариночка, что ты вылезла? Ну, что ты пишешь? Так что, пожалуйста, вы ее приглашайте на чай, кофе, вино. А, может быть, у вас есть свободный, симпатичный напарник? Марин. Я как раз собирался. Мы сейчас, правда, опаздываем. Вот, но это ее визитка. Вы сможете позвонить и договориться позже. Всего хорошего, товарищ главный лейтенант. Поехали, мы опаздываем. Какая у вас хорошая подруга. Это слово. Я, кстати, Игорь. Катерина, очень приятно. Да я запомнил. Ну и я напишу. Чисто кофе. Ну, кофе можно. Ну, не смею больше задерживать. Только больше не нарушайте. Ладно. Спасибо. Это что сейчас было? Мне из-за тебя чуть прав не лишили. Я не об этом. Нормальный мужик. Гаишник, значит, с деньгами все в порядке. Не урод. Ну и что, теперь бросаться на него, что ли? Бросаться не надо, но и тупить тоже не нужно. Забирай себе, если так понравился. Он не в моем вкусе. Ладно, бей лучше адрес навигатора, а то опять зайдешь куда-нибудь. Москвичка коренная. Приятного аппетита. Всего доброго. Даш. О, привет. Степа, кажется? Точно. Ты сопчику пришел поесть? Нет, спасибо. Тебе Валера предложение сделал вчера. Да, ты чревнуешь? Да не парься, я за него не собираюсь. Но. Вот, и он тебе кольцо подарил, и его надо вернуть. С чего бы это вдруг? Ну, потому что без него не могу попасть домой. Это ключ. Ключ? Да. А я думаю, что мы за него только косарь дали. Кто дал? В ломбарде. И что ж делать, его надо вернуть. Тебе надо, ты возвращай, мне надо людям помогать. А я что, не люди? Привет, Даш. Здрасте, пастырь Кирилл. О, пастырь, скажите, правда же людям не только едой надо помогать? Конечно, не хлебом единым сыт человек. О, слышала? Ладно. Пастырь, можно мне ваш байк ненадолго? Конечно. Угу, спасибо. Че, прыгай, поехали. Куда? Куда? Помогать ближнему. Только выкупать сам будешь, я деньги уже пожертвовала. Держись крепче. Милый, мне, конечно, приятно, но ты, пожалуйста, держись за бак, ладно? Что там сопишь? У тебя потрясающий запах. Да? Да. Ты еще мой вкус не пробовал. Ладно, не заводи, а то не уедем. Смотри, Лариса здесь. Ну, теперь понятно, зачем она нас позвала. Для красивой картинки. Николаевна. Девочки, хорошо, что пришли. Ну, мы же не могли бы вас бросить. Да что делать нужно? Просто поставить в кадры. Давай сумку. Я же сказала, для картинки. Ну что, вы готовы? Напоминаю, меня в кадре нет, так что ответ должен содержать вопрос. Ну и главное, не волнуйтесь. Давайте начинать. Давайте. Олег, моторь.
Лариса, расскажите о вашей инициативе. Наша строительная компания «Царица Групп» через месяц сдает в эксплуатацию новый жилой комплекс «Лес чудес». Поскольку я сама одна воспитываю сына, я как никто понимаю, как это сложно. Я приняла решение раздать 10 квартир матерям-одиночкам. А как и среди кого будут выбраны счастливые обладательницы жилья? Мы обратились за списком в мэрию города, а также в отдел кадров нашей компании. Но как все-таки мы будем выбирать, давайте пока оставим это тайной. Но одно могу добавить. Квартиры получат те, кому это действительно нужно. То есть благодаря вашей компании в нашем городе у 10 нуждающихся семей появится свой уголок? Ну почему же уголок? В нашем комплексе нет маленьких квартир. Речь идет о 2- и 3-комнатных квартирах. Позвольте вам представить Катерина и Марина. Это сотрудницы отдела продаж. Они проведут небольшую экскурсию и покажут вам комплекс. Стоп! Это было. Давай запишем подводку-отводку и пойдем погуляем. Спасибо большое, было приятно пообщаться. Когда это можно будет увидеть? Сегодня вечерний выпуск новостей. Очень хорошо. Девочки, пойдемте. Олег. Ларис, зачем мы это делаем? Ты понимаешь, что нам реально придется квартиру сдавать? Ну, нет вариантов. Вчера мой приехал, сказал, надо создавать положительный имидж. Он меня куда-то дальше двигаться собрался. Так что? Сейчас мы его потеряем, потом выиграем. Давай. Ну, как знаешь. Да, в первый раз, конечно, из ломбарда что-то забираю. Спасибо тебе огромное. Да не за что. Другу своему передай. В следующий раз соглашусь, что жениться придется, не отмажется. Что, правда бы за него вышла? Да нет, конечно. Я ищу мужчину серьезного, настоящего. Как ты? Чтобы за ним идти хотелось. Опять шутишь? Может быть. Ладно, мне надо ехать, люди ждут. Где меня найти, знаешь. А ты хочешь, чтобы я тебя нашел? Ну, главное, что ты этого хочешь. Я такие вещи спиной чувствую, особенно когда на байке еду. Извини. Да ладно, забей. Увидимся. Из готового все. Вы видели, еще нужна детская площадка, но это день работы. Буквально качели поставить и все. Потрясающе. Хоть свою продавай, к вам переезжай. А это не получится, потому что у нас все квартиры проданы. Остались только те 10, которые мы планируем раздать. Но у нас строится новый комплекс. Там все будет еще масштабнее. Правда, заселение только через 3-4 года. Но приглашаем. Да. Спасибо вам огромное. Вы не против, мы еще на коптере полетаем немного? Конечно, без проблем. Мы охрану предупредили. Спасибо большое. Всего вам хорошего. Спасибо. Все, стоп, все. Пойдем летать. Я вообще переволновалась. Чего? Ладно, пойдем. Ну что, он тебе написал? Кто? Дед Пихто, Игорь, гаишник. А, ну написал там тебя. Я не понимаю, ну ты что, ты девочка, что ли? Тебе сколько годиков? Ну, много. То дело, на пальчиках рук не пересчитать. У тебя сколько в запасе? 1-2 максимум. Слышишь? Что? Тик-так, тик-так. Часики тикают твои. Ну, он тебе что, совсем не понравился? Не понравился. И что, мне теперь ко всем, кто понравится, в постель прыгать? Да нет, я просто тебе предлагаю не игнорировать. Позволить за собой ухаживать. Окей. Хотя бы на сообщение ему ответь. Что на это ответишь? Привет, я Игорь, это мой номер. А, то есть он для тебя недостаточно активный. Так бы сразу и сказала. Я сейчас. Ты куда? Игоря найду. Сейчас вернусь, мне в туалет надо. А, я здесь. Thank you.
Привет. Какие планы на вечер? Неудобно говорить, давай без прелюдий. Я тут вспомнил, что я тебе задолжал бутылку немецкого рислинга. Хоть верный должок, да? Ну, не получится. Мама дома, ты же в командировке. А кто сказал, что дома? Я у Валеры. Его пару дней не будет, и у нас квартира в полном распоряжении, мы тут будем одни. Да, ты умеешь уговаривать. Да я с ней только что разговаривала. Она говорит, понравился очень. Просто он какой-то неинициативный. Я тебе говорю, ну, напиши ей, предложи встретиться. Или пробей местоположение и устрой сюрприз. Ну, ты же можешь. Она точно растает. Она любит настойчивых. Мы все, знаешь, любим настойчивых. А только сейчас не дергай, а то мы спалимся. Лучше попозже проявись. Если все получится, с тебя новый смартфон. Ладно, я шучу. Ну, давай. Пока. Ну, вот посмотрим. Все, не могу говорить, Марина возвращается. Скидывай адрес. Ага, давай. Ну ты романтик. Сам тормози. Ну что, Марин, спасибо, выставила меня идиотом. Проследил за ней, она к какому-то мужику приехала. Откуда я знаю, к какому мужику? Вышел, встретил ее и увел домой. Адрес? Крутицкой, 13. Ну, хочешь, мы ей подкинем что-нибудь. Че, сдурел? Ладно. Погнали бухих ловить. Во, другое дело. Прошу. Как ты дверь открыл? Валера из кольца ключ сделал. Ого! Вау! Валера точно с нами в одной фирме работает? У него просто нет жены и детей. Очень смешно. Ладно, как твой день прошел? Ничего особенного. Ездил на байке пастора со стриптизершей, которая бездомным еду раздает, выкупать кольцо в ломбард, которым Валера сделал ей предложение. Вот так, как-то вкратце. И это ты первый день в разводе? Да. Ну, давай. Ну и как твой день прошел? А мы тут болтать собрались? Или, может, однушку пойду? Давай. А я пока еды закажу. А, возьми мой, у меня там Балмы копились. А, да. А где? А, туда. Прямо и налево. Ага. Угу. Кто такой Игорь? Ой, это гаишник один. Меня сегодня остановил, потом отпустил. А откуда у него твой телефон? Почему он тебе пишет? Да Марина сказала ему номер дать. Это очень долгая история. Я никуда не тороплюсь. Ты что так завелся-то? Я тебе говорю, Игорь гаишник. Он меня сегодня остановил, но отпустил за то, что ему номер дала. Только номер? Что только номер? Дала. Ты как со мной разговариваешь? Это что, шутка какая-то? А как это называется, когда женщина при живом муже направо и налево непонятно кому номера раздает? А, то есть я? Я только съехал, у нее какой-то Игорь. Знаешь что? Что? Пошел ты на... Вот что! Игорьку привет передавай! Ха-ха-ха!
Опять ты? Прости, я тебя не заметила. О, а мы вот с напарником как раз пьяных ловим. Не думал, что на тебя наткнусь. Да я просто один бокал вина с мужем, а тут твое сообщение. Слушай, давай так, ты пересаживаешься на пассажирское, я тебя отвожу домой, а по дороге ты мне все рассказываешь. Ну, я так уж и быть, не лишаю тебя прав. Ну, теперь понятно, почему твоя Марина так настаивала на нашем свидании. Я тебя только прошу, не говори ей, пожалуйста, ничего. Слово офицера. Ну, хочешь, я с твоим Степаном сам поговорю? Я бы на его месте тоже психанул. Да не, не надо, сама как-нибудь. Ну, ты пиши, если что. Ну, или просто пиши. Ладно. Спасибо, что подвез. Ну, и вообще спасибо. Ладно, я поехал, а то и так из-за тебя уже самый час пропускаем. Ну, пока. Пока. Смеемся, даем посуду, эй, бард, кинь лед. Сегодня я танцую, всем счастье за мой счет. Шумим, даем посуду, сорвем наш джекпот. Сегодня я вангую. Переодевайся быстрее. А где ваш папа? А папа в командировке. Но на мой день рождения он вернется. Да, мам? Да, здравствуйте. Он, правда, в командировке. Я не поняла, что за утренник? Мы сегодня отмечаем день рождения летних детей. Ну, разных всех. У кого летом день рождения, поздравляем. Вашу Лизу в том числе. Ага. Степан Константинович обещал сегодня сыграть Страшилу. Он не предупредил вас? Нет, он что-то говорил. Просто его срочно в Нижний Новгород вызвали. Как же мы без мозгов-то? Ну, Страшилы не было мозгов, помните? Будь похожа на нашего папу. А пусть мама будет Страшилой. Я бы с радостью, но там же текст учить нужно. Давай, надевай. А давайте действительно вы будете Страшилой. Текста там одна фраза. Мне нужны мозги. Вы поймете, где говорить. Ура! Моя мама Страшила! Марин, покажи квартиру вместо меня. Комиссию пополам. Там просто еще Степан будет, я не очень хочу с ним пересекаться. Ну, конечно, покажу. Не вопрос. А, все, не могу говорить. Дай. Угу. Заодно и проверим, развелись вы или нет. Все.
Все, давайте, телефон, запру его у себя. Почему не могу его у себя оставить? А куда вы его положите? М? В костюме карманов нет. Переодевайтесь, скоро начинаем. Все. Великолепно. Привет. Не переживай, я уже подхожу. Займи их там чем-нибудь. Так что Лес чудес практически готов к заселению. А вот наш инженер Степан. Он ответит на все ваши технические вопросы. Здравствуйте. А где Катерина? Она сказала, что видеть тебя не хочет. Попросила заменить. А я девушка свободная, могу и заменить. Вы переоделись уже? Нет, я так пришла. Шутите. Это хорошо. У нас небольшая задержка, скоро начнем. Вы, главное, не волнуйтесь. Вы прирожденный страшила. При прокладке водопровода мы используем только медные трубы. А это хорошо? Ну, смотрите, у меди всего два минуса. Это дороговизна и сложность установки. А это мы берем на себя. Вам остаются только плюсы. Медь не окисляется хлором и не портит вкус воды. И если взять вот стальные трубы, то они прослужат максимум 30 лет. А медные гарантированно 70. А это уже проблемы ваших внуков. Так что, если ни у кого не осталось вопросов, предлагаю подняться в шоу-рум и обсудить варианты отделки. Налоговая прислала список, на кого выписывать ордера. То есть наша квартира не получит? Да нет, получит, но не все. На наших осталось только 3. Они вообще хотели все 10, но... Я же вчера в интервью сказала, что нашим сотрудницам полагается жилье. Документы посмотрела? А, да, конечно. Так, ну, Сташенко, Злобина, Чуприна живут в своих квартирах. У Елены Сергеевны через неделю сыну 18. Найти вообще не в штате по ГПХ. Ну, остается... Нужно выбрать кого-то из этих 4. Ну что, кого выбираем? А давай пока никого. У нас почти месяц впереди. Ну, давай понаблюдаем, как они себя проявят за это время. Их как-то надо только расшевелить. А давай знаешь что? Я Лене из бухгалтерии по секрету скажу, что у нас квартир меньше, чем кандидатов, из кого мы будем выбирать. Через час вся компания будет в курсе. Расшевеляться. Ну, нам все понравилось. Скажите, а в дальнейшем нам с кем связываться? С вами или с Екатериной? Ой, с Екатериной лучше не связываться. Это Степан подтвердит вам. Ладно, это шутки. Вот моя визитка. Ждем вас. Хорошо. Было приятно. Спасибо. Приходите еще. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Ну что, угостишь даму кофе? Там у нас аппарат в фойе стоит. Тебе мелочи дать? Я сейчас не поняла, ты хамишь или ты заигрываешь? Я имею в виду, давай посидим в ресторане, выпьем кофейку. Кто? Как свободная сексуальная женщина и свободный привлекательный мужчина. Какой мужчина? Привлекательный, Степ. Я раньше не понимала, что в тебе такого Катька нашла. А сегодня, когда ты про сопротивление материалов, про окисление меди рассказывал, просто обалдела. С ума схожу от умных мужчин. Марина. Я муж твоей подруги. Ну, пускай бывший. Тебя ничего не смущает? Степ, а Катю не смущает, что Валера твой друг? Валера? Угу. Какой Валера? Валера Миронов? Ну, а кто еще? А что? А откуда ты? Ну, чего ты как маленький, ну, правда. Видели их вчера, как они домой в обнимку возвращались. Вчера вечером? Да. А тебя это волнует? Нет, все равно. И отомстить ты не хочешь, нет? Нет. Кому мстить? Катерине. Если она с Валерой, то она и так наказана. Ладно, все.
Я побежал. Рад был видеть. Давай. Давай. Хотела. Татошка, а кто это там в пшеничном поле? А это страшило. Гав-гав. Выходите. Страшило, пойдем к волшебнику. Тебе что-нибудь нужно? Мозги. Что? Гав-гав. Мне нужны мозги. Тогда пойдем с вами. Пойдем. Город изумрудный, идем дорогой трудной, идем дорогой трудной. Привет. Привет. А Катерина не была? Нет, не видела. Степан, здравствуйте. Здрасте, Лариса Николаевна. Зайдите ко мне. А что случилось? Ой, да, конечно, да. Ален, я кофе хотела. Никак не могу разобраться с машинкой. Не поможешь? Да, конечно. Ну, давайте покажу. Я надеюсь, что Гудвин подарит мне сердце. А нас с Татошкой отправят домой. А мне нужны мозги. Ниночка, меня сегодня ни для кого нет. Да, и скажите Олегу, что мы в Архангельское сейчас поедем. Хорошо, Лариса Николаевна. Вам что-то принести? Нет. У меня все есть. Коньяка выпейте. Я на работе не пью. А вы когда-нибудь пробовали 45-летний коньяк? Нет, я не пробовал. Попробуйте. Я даю вам сегодня выходной. Это не какая-то молодая бурда, это настоящий выдержанный коньяк. Нравится купаж? Отличный. У вас прекрасный вкус. Спасибо, у меня к вам дело. А, да. Только это строго между нами. Конечно. Мы получили разрешение на строительство нового объекта в Хамовниках на 600 квартир. И мне нужен главный инженер. Как вы думаете, справитесь с этой задачей? А как же Александр Геннадьевич? Александр Геннадьевич останется на объекте в Коньково. Мне здесь нужна новая команда. И потом, какое вам дело до Александра Геннадьевича? Я думаю, я смогу. Знаете, чего я больше всего не люблю? Нерешительных мужчин. Я предлагаю ему зарплату втрое больше и карьерный рост. А у нас что будет с Александром Геннадьевичем? Может быть, справлюсь, а может быть... Конечно, все, я понял. Конечно, да. Конечно, да. Когда нужно приступать? А вот это уже другое дело. Очень скоро, милый. Очень. Знаете, у меня к вам есть еще одна просьба. Так. У меня в доме проблема с коммуникациями. Там строители что-то напортачили. Вы не могли бы посмотреть? Конечно, да, могу. Заеду в выходные. Так у вас сегодня выходной. Нина, Олег подогнал машину? Да, Лариса Николаевна. Ждет внизу. Допивайте, прямо сейчас поедем. Заберите ведьму с собой и перевоспитайте ее. Хорошо, Элли. Мы научим ее быть доброй. Гудвин, ты поможешь моим друзьям? Мне нечем вам помочь. У дровосека уже так есть доброе сердце. У льва храбрость.
а у Страшилы... Мне нужны мозги. А мне нужны мозги. А мы, Гав-Гав, нам нужно домой, Гав-Гав. Элли, на тебе волшебные туфельки. Тебе нужно трижды постучать каблучками друг об друга, и ты окажешься в Канзасе. Прощайте, друзья. Раз, два, три. Здравствуйте. Добрый день. Вы к какому менеджеру? Мне нужна Катерина Фомина. Я ее мама. Она мне отвечает на телефонные звонки. Я здесь недалеко была, думаю, зайду, узнаю, может быть, все ли у нее в порядке. А ее сегодня не было? Да, благодарю. Только Степан приехал. Степан? Да. А он разве не в командировке? Не знаю, вроде всю неделю был. Интересно. Спасибо вам огромное. Но я вас раскусила. Вы специально так плохо играли, чтобы я вас больше не звала. Плохо играла? До свидания. До свидания. Ну, конец тебе, Фомин. Угу. Испугался, козлина, да? Да, мам. Степан еще в командировке? Да, в командировке. В Нижнем Новгороде. А что? Ну, понятно. Мам, сейчас неудобно говорить. Ага. Можно, пока мы наедине, я задам вам личный вопрос? Олег, вы нас слышите? Вот видите? Ну, тогда, конечно, можно. Вам все можно. Я запомню. А что мне хватало в Катерине? Она ведь такая чудная, красивая, молодая. Ну, я считаю, что возраст – это не самое главное. Я тоже так думаю. Бытовуха. Бытовуха. Ребенок, теща. Да, в таких обстоятельствах, конечно, трудно смотреть друг на друга, как на сексуальный объект. Да, да, вот так и было. И поэтому вы начали ей изменять. Я? А, да, да. И я очень мощно стал изменять, именно поэтому. Вот. Ну, понимаете, столько много нерастраченной энергии. Вот и начал. Я прекрасно это понимаю. Насчет нерастраченной энергии. В общем, осталось Сулеймановой снабжение. Светка наша из бухгалтерии и вы с Катериной. Угу. То есть получается одна в пролете? Получается так. Ну что, придется Катюше подвинуться. О, легка на помине. Привет, девчонки. Привет, тебе Степан искал. Зачем? Действительно, зачем? Ну, по-моему, его Лариска забрала. Ага, спасибо. Но это было час назад. Спасибо. Нина, привет. Лариса у себя? Нет, она уехала на объект. Сегодня уже не вернется. Понятно. Что-то еще? Мне документы не надо было передать, ну, лично. Ну, занеси и оставь на столе. Ну вот и мое уютное гнездышко. Ничего себе, гнездышко.
Можешь ехать до завтра. Ты свободен. Хорошо, Лариса Николаевна. Приятного вечера. Спасибо. Ну что же вы, Степан, смущаетесь? Заходите. А вот и мое тайное логово, куда я обманом затаскиваю привлекательных мужчин. Смешно. Правда? Да, ну вы так смешно сказали, как будто это правда логово. А давай на «ты». Это как-то неправильно. Ты у меня в гостях? Здесь я не начальница, а гостеприимная хозяйка. Ну, есть только хозяйка. Так что там у вас, то есть у тебя надо было посмотреть? Степан, какой ты быстрый. Дай мне минуту. Какой чудной у тебя костюмчик, сынок. Это такая мода, бабуль. А не холодно в носках-то? Или ты закаленный? Закаленный, бабуль, закаленный. Слушайте, а не знаете, как отсюда до Москвы добраться, а? Сейчас уже никак. Сейчас автобусы, только до поселка идут. Слушайте, а можно телефон позвонить? А то я свой куда-то потерял, а? Ты хоть чей-нибудь-то номер наизусть помнишь? Да, помню. Жены помню. А. Молодец, любишь, значит, раз помнишь. А какой здесь адрес? Да ты локацию в телеге скинь, все проще будет. Кать, ты трубку не бросай, это я. Так, первым делом куда? Правильно, руки мыть. Давай, беги в ванну, а я твою грамоту пока к маминым документам положу, чтобы не помялась. Так, все-таки взялась за ум. Хорошо. И что ты, меня вот так вот здесь оставишь? Ну, ты же у нас ловкий. Справишься. Лариса был? Тебе идет. Пошел ты.
моим посуду, эй, бардаки, лед. Сегодня я танцую, всем счастье за мой счет. Шумим, бьем посуду, сорвем наш джекпот. Сегодня я вангую. Как думаешь, свои дыньки? Ну, они же в ней. Логично. Да. Ну-ка. Нормально? 100 лет не готовил шакшуку. Бомба. Или научился? Была у меня одна учительница. По шакшуке? В основном по истории, но и по шакшуке тоже. Научила тебя обращаться с яйцами? Ой, придурок, ешь давай. Давай встретимся на нейтральной территории. Тебе придется погулять сегодня где-то. Я сегодня буду проверять, чьи у нее дыньки. Да без проблем. Только что она написала, на нейтральной территории. Откуда такая уверенность? Да цену набивает. Хочешь, проверим? Как? С твоего аккаунта напишем. Если на тебя клюнет, вариант 100%. Не понимаю логики. Да и нет у меня никакого аккаунта. Как нет? Ну так-то нет. Зачем он мне? Принцесса, просыпайся. Малышка, ну сейчас день рождения проспишь, ну? Мама, а где папа? Ты давай желание загадывай и свечку задувай, а? Хочу, чтобы мы с папой пошли к дельфинам. Зная вашего папу, скорее дельфины к вам придут. Мама. Что, мама? Прекрати. С днем рождения, ангел мой, любимый. Иди умывайся, а завтракать мы будем сегодня тортом. Ура! Никакой каши! А что? Напоминалка. Лизу надо позвонить, поздравить. По телефону? Но у нас была такая традиция, что в день рождения ее надо разбудить. Вот. Она думает, что я в командировке в Нижнем. Так, надо по видеосвязи позвонить. Что у тебя тут на Нижний похоже? Что решила с праздником? Извини. Лиза! Беги обратно, папа звонит. Ура, папа! Давай. Папочка, привет! А когда ты приедешь? Привет, козявка, скоро. Очень скоро приеду. Тебе что привезти? Я хочу Исмину. А это кто? Ну, Исмина. Кукла такая. Понятно, обязательно куплю. Слушай, а дай мне маму. Конечно, я тебя люблю. Я тебя тоже очень. На. Так что, завтракаем тортиком? Ура! Ура, ура, ура! Что? И тебе привет. Привет, что тебе нужно? Слушай, давай я вернусь из командировки, снимем детскую комнату, устроим праздник.
О, классная идея. Аниматор у нас уже есть в латексном костюме. Согласен, неудобно получилось, но ты не переживай, я не злюсь. Что, прости? Ты не что? Ну, я не злюсь за то, что ты меня бросил одного на остановке. Скажи спасибо, что я тебе машина не переехала. Не злиться, он ты посмотри. А я очень злюсь. За что? Я не понимаю. Так, не прикидывайся идиотом. За то, что Ларису приголубил. Подожди, ничего не было. Я слышать этого не хочу. Ну подожди. Я слышать тебя не хочу. Если бы не Лиза, я вообще не взяла. Дай объяснить. Давай судье объяснишь. А, подожди, зачем нам суд? Мы с тобой уже в разводе, да? Все, пока. Так что ты решила? По поводу чего? По поводу дня рождения твоей дочери. Или только меня одно это волнует? Слушай, мам, я пока что еще об этом не думала. Понятно. Вы со своими командировками совсем забили на ребенка. Да ничего мы не забили. Ладно. Сама все решу. Алло, Ириш, привет. Привет. Слушай, можешь мне скинуть телефон Андрея? У Лизы сегодня день рождения. Хотела попросить его помочь нам организовать праздник. Ну и, естественно, пригласить его вместе с дочкой, конечно. Ага. Ага, хорошо, спасибо. Спасибо, целую. Письмина, 24 тысячи. 24 до хрена. На индивидуалках посмотри. Это кукла для ребенка, изврат. Слава богу, не все потеряно. Слушай, правда, на тебя смотреть тошно. Давай тебе бабу нормальную найдем. Ну что, для этого обязательно в лавке регистрируется. А как по-другому? Ну, не знаю, надо идти в клуб, в бар. В библиотеку еще скажи. Сейчас вживую никто не знакомится. Для этого технологии есть. Вбиваешь любые параметры. Какую хочешь. И все, ходить никуда не надо. Ну, там блондинка, брюнетка. Седая. Да хоть лысая. А дальше за тебя все приложение делает. Хочешь попробовать? Давай. Тебе какую надо? Да никакую мне не надо. Ну, чисто теоретически. Сколько лет? 18. Не-не-не, вот малолеток мне не надо. Тогда 45, как Лариса. Так, я сказал, что ничего не было, но... Шучу. Ладно. Так, ну давай, ну сколько? Ну... лет 30. Только главное, чтобы моложе меня. Uh-huh, хорошо. До 35. Uh-huh. Так. Цвет волос, глаз, рост. Ну, кудрявые, русые волосы, светлые глаза, фигуристые. Ну, сейчас ты Катерину описываешь. А разве? Один в один. Ну, тогда сирота и чтоб мозги не выносил. Вот это точно не про Катерину. Таких параметров нет. Очень жаль. Согласен. Не понял? Что это? Прикол какой-то. Зачем ей это? Ну, пишет для встреч без обязательств. Охренеть! А еще на меня гонит, а сама в активном поиске. Ага, а еще нужен высокий кореглазый брюнет. Ну-ка, встань мне приложение. Давай, давай, давай. Понял. Так, лайк. Что это значит? Это значит, что она ответила тебе взаимностью. Ну, в смысле, Павлу. Ну, не в монастырь же ей после тебя идти. Ладно, я пойду на работу собираться, пока ты меня ноздрями не всосал. Привет, красотка. Кого ты тут ищешь? Тебя. А я? Я. Увидимся сегодня. Вот дрянь. О, подруга, привет. Привет, Мариш, привет. Ты вообще в лапу заходишь? А, нет, не заходила. Что-то руки не доходили. Ну ты даешь. Это кому нужно? Это мне нужно или тебе? Так, смотри, кого я тебе нашла. М?
Кореглазый брюнет, состоятельный, без вредных привычек. Как будто делали под заказ. Действительно, подозрительный тип. А самое главное, что ты ему понравилась. Конечно, не без моей помощи, но он хочет сегодня с тобой встретиться. Сегодня? Mm-hmm. Ну, как-то слишком быстро. А чего тянуть? Часики, они тикают. Тик-так, тик-так. Да, ты уже говорила. Ну, сегодня я точно не могу, сегодня у моей дочки день рождения. А что мне с этим делать? Я не знаю, встретись с ним сама. А он типа слепой и подмену не заметит. Слушай, если он на меня повелся, тебе он точно не откажет. Ну, это понятно. Тем более, мне похоже, все равно. Нет, ну, если ты правда не можешь... Правдей некуда. Отлично. Так, у тебя есть фотки в белье? Нет, откуда? Надо сделать. Нет, у меня таких нет. Может, лучше без белья? Чего? Это я не вам. Это я билет на поезд покупаю, там белье платное. Идите, совсем. Вопрос. Какое платье? Это или это? Смотря какой повод. Ну, день рождения Лизы, я же тебе сказала. Просто мама там уже все организовала у моего старого знакомого в ресторане. И я домой точно не успею заехать, а она привезет или это, прямо в Ганс-Христиан. Ну, если у старого знакомого, тогда лучше второй вариант. И вырез поглубже, спина открыта. Давай в карате. Прикинь, он через час в карат позвал. Вау! Может, все-таки передумаешь? Я день рождения дочери, я тебе третий раз говорю. Ну и потом у меня аллергия на черную икру. По крайней мере, Степан так думает. Ну и ладно. А потом буду рассказывать, чего ты лишилась. Угу. Да, уже жалею, что никакую заразу не подхвачу. Посмотрим, как ты охренеешь. Добрый день, меня зовут Кирилл. Вас ожидают? Здрасте. Здрасте. А вот эта девушка уже приходила? А нет, ее не было. Давайте я вас посажу, а я к вам провожу, когда придет. Нет, не так. Давайте вы меня куда-нибудь в угол посадите, а ее ко мне не надо. Ее посадите так, чтобы я из укрытия ее видел, а она меня нет. Вот. Вы извините, я просто первый день работаю. У меня даже еще бэджика нет. Бедный. Можно вот туда? Туда, туда. Да. Свободный столик? Да, да. А вот меню, пожалуйста. Расставь себе. Мне? Здравствуйте. Вы приглашены? Здравствуйте. Я мама Лизы. Людочка, это ко мне. Хорошо. Спасибо. Андерсон, привет. Привет. Спасибо, что все это организовал. Твоей маме не откажешь? Это точно. Да нет, если серьезно, мне самому было приятно организовать. И для Лизы, и для тебя. Ты просто волшебник. Спасибо. Да, есть немного. Ты одна? Где твой благоверный? А, он сейчас в командировке. Он не сможет прийти. Не будем о грустном. Сегодня у нас праздник. Так, присоединяйся, для начала переодевайся. А где можно? Куда? И направо. Спасибо. Ты ушами-то не хлопай. Как скажете, тетя. Да, я сейчас тебе серьезно говорю. Лучше шанса у тебя не будет. Она с этим придурем развелась. Вот ты ее успокой. А нам, женщинам, что нужно? Нам нужно, чтобы рядом был уверенный мужчина. Не знаю, как нехорошо. Они уже целый месяц в разводе. Я свидетельство у них видела. А сколько уже в ссоре? Так вот и развелись. Слышишь, она мне даже ничего не сказала. Вот такая обида в ней сидит. Так что возьми и успокой. А если не получится? Один раз уже получилось. Вот если бы ты меня тогда слушал и ушами не хлопал, был бы уже моим зятем. Да, бесил бы вас я, а не Степан. Так, вот сейчас только не беси. Хм. Добрый день, меня зовут Кирилл. Вас ожидают? А, да, здравствуйте. Вот этот молодой человек.
Его еще не было, но вы можете его подождать в нашем укромном месте вот за теми столиками. У нас обычно там ждут. А я, пожалуй, так и сделаю. Конечно. И ваше меню. Благодарю. О, привет. Ты все-таки решил меня угостить кофе? Привет. А что ты тут делаешь? На свидание пришла. Не переживай, не с тобой. А Катерина где? В Ганс Христиане, кажется. Там ее старый знакомый устраивает день рождения для вашей дочери. Андрей? Не знаю. Может быть, и Андрей. Какие-то странные гудки. Так она, походу, тебя заблокировала. Охренеть. Так, как кафе называется? Братья Гримм? Ганс Христиан. Конечно, он же Андерсон. Так, ладно, мне идти надо. Это за водичку. Подскажите, у вас есть кукла Ясмина? Отдельно нет. Есть только в комплекте с домом и машиной. Ну, сколько стоит? Ну, у нас сейчас акция 47 тысяч. А дом на Рублевке? Сколько квадратов? На садоводе посмотрите, там копии продают. Спасибо. Ну что, малышка, тебе все нравится? Да, мам, все классно. А хочешь, мы с тобой подарки откроем? Нет, давай немного подождем, может, папа все-таки приедет. Лиза, познакомься, это Майя, дочка дяди Андрея. Вам нужно подружиться. Привет, я Лиза. Привет, я Майя. Тебе. Спасибо. Майя немножко опоздала, пожалуйста, познакомь ее со всеми. Хорошо, пойдем. Чудесная девчонка. Да. Они даже чем-то похожи. Здравствуйте. А не подскажете, есть у вас кукла Ясмина? Только вот без пароходов, конюшен, одна. Да, да, как раз одна оставалась, без дополнений. Правда, она не кондиция, но зато со скидкой 50%. Ну ладно, давайте тогда мне с домом или там что там у нее есть. Она последняя. Хорошо, давайте ее. Спасибо. Ура! Лови скорее! Майя, в твоих руках мячик, а значит, ты поздравляешь нашу Лизу. Что же ты ей пожелаешь? Здоровья. Хорошо, что еще? Чтоб бабки были. Что-то еще? Да, собственно, зачем еще? Бабки есть, будет все остальное, да? Ну, тогда кидай. Ой-ой-ой. Девочка, а что ты пожелаешь Лизе? Меня зовут Оля. Мне 62 годика. И я знаю, в это страшно поверить, прежде всего мне. Но я мама вот этой прекрасной девушки. И, страшно сказать, бабушка вот этой вот чудесной внучки. Так, девочка, вам можно. О, благодарю вас. Так вот, я продолжаю, дорогой мой ангел. Лизонька, я поздравляю тебя с твоим днем рождения. Тебе сегодня уже 6 лет, но ты для меня навсегда останешься самой любимой маленькой внучкой. Как и Катенька навсегда осталась моей маленькой-маленькой доченькой. Мамочка, я тебя так люблю. Да-да-да, мой дорогой. Ура, ура! Я хочу сегодня поблагодарить одного человека. Это Андрея. Андрюшенька, иди сюда, пожалуйста. Ольга. Хочу поблагодарить за этот чудеснейший праздник, за эти эмоции и, конечно же, за вот этих двух девушек, которые сегодня весь вечер улыбаются благодаря тебе. Я желаю тебе процветания и, конечно же, огромного, настоящего, личного счастья. Ура! Спасибо. Но я должен заметить, что сегодня праздник не у меня. Сегодня день рождения вот у этого человечка. Значит, Лиза, мне напели птички, да? Закрывай глазки. Птички, птички, птички. Открывай! Открывай! Поздравляю тебя! Поздравляю!
Кто там еще? Свободен? Свободен. Ну, я сделала все, что могла. Теперь твой ход. Андерсон, спасибо тебе большое. Она такая счастлива. Ну, ладно, вы тут поваркуйте. Я к Лизе. Mm-hmm. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Лизонька. На чем остановились? Я тебе очень благодарна. И за эту куклу классную. И вообще за праздник. Кать, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Поэтому твоя дочь моя дочь. Тем более, возможно, это правда. Дурацкая шутка. А кто сказал, что я шучу? Ты думаешь, я забыл или не умею считать? Так, слушай внимательно. Если ты решил, что всем вот этим ты купил мое прощение, и я забыл, как ты воспользовался моей слабостью и чуть не разрушил мою семью, то ты очень ошибаешься. Моя дочь от моего мужа и дочка. Если ты еще раз поднимешь эту тему, то ты вообще больше никогда не сможешь иметь детей. О, полегче, полегче, мазонка. Я просто пошутил, никто не претендует. Как друг. Вот и веди себя как друг. Понял, принял, откатился. Все, все, все. Ладно, пойдем выпьем чего-нибудь. Как друзья. Как друзья. Малыш, ты опоздал с ухаживаниями. Теперь сразу едем к тебе. Вы, девушка, простите. Просто мы уже закрыты. И да, вот ваш счет. Работаете, думал, ждать буду. Работаем, только к нам со своим нельзя. Ага, не вопрос. А свои можно? Это что? Это текила? От текилы? Что ты страшная-то такая, а? Ну не боись, мы своих не бросаем, в отличие от некоторых. Привет, красавчик! Консумировать меня пришла. А, не, не переживай, я угощаю. Стасик, сделайте что-то. А ты с шеста не рухнешь? А я сегодня выходная. Мальчик, водочки нам принеси. Домой летим. Всем счастье за мой счет. Смеемся, бьем посуду. Эй, барбекю лед. Сегодня я танцую. Всем счастье за мой счет. Шумим, бьем посуду. Сорвем наш джек. Сегодня я вангую. Дым туман стелит как надо. Моря по колено, руки в карманы. Дым вдохнем покрепче, похулиганим. Бьем посуду, эй, барбекю лёд. Сегодня я танцую. Всем счастье за мой счёт. Шумим, бьем посуду. Сорвём наш джекпот. Сегодня я вангую.
доброе. Просто утро. Где? У меня. Как я тут оказался? Я дотащила. А мы с тобой? Да. Я потом, я на тебя сразу штаны обратно натянула. Слава Богу. Сейчас обидно было. Так тоже можно. Ничего не помню. Ну, сначала мы просто пили текилу. Это я помню. Потом ты решил поиграть в Александра Второго и подарить всем крепостным вольную. Это как? Расходитесь по домам, вы все свободны. Ну, ты хотел всех прям вот отпустить, но денег только на пятерых хватило. Ой-ой-ой. Не переживай, я договорилась, нам их со скидкой отдали. А потом ты поехал это мстить Андрею, который у тебя семью увел. Ты скоро там? Слушай, у меня счет не получается. Может, ты? Потом, ну, ты звонил бывшей, да. Катерине? Лиане, которой у тебя сын. Как ее номер-то нашел? А ты его... Нашел и по видео набирал. Прикинь, я думала, они закрылись, они развиваются, у них видеозвонки. Я надеюсь, я не дозвонился. Нет, слава богу. Ну и в конце мы убегали от таксиста. Валим! Зачем? Понятия не имею. Деньги с карты все равно списались. Мрак. А потом мы пришли сюда, и ты, как настоящий мужчина, отрубился. Все, больше пить никогда не буду. Вау! Я смотрю, ты вчера просто прекрасно отдохнул с этим Павлом. Или как там его зовут? Раздеваешься, да? Лучше бы водички подружке принесла. Кать, тебя Лариса ждет. А, хорошо. А меня, надеюсь, Лариса не ждет? Сказала Катерина. Слава богу. Так и сказала. Звали Лариса Николаевна? Да, Катерина, заходи, садись. Здравствуй, Катя. Здравствуйте. Мы с Анной посоветовались и решили отправить тебя на групповую терапию. Какую терапию? Групповую. Специально для женщин, которые вышли из отношений. А, спасибо. Но мне это не нужно. Терапия нужна всем. Мы внедряем новую систему управления. Анна теперь у нас не просто отдел кадров, она теперь HR. Какая разница? Ну как же, я теперь не просто нанимаю сотрудников на работу, а сопровождаю их, помогаю адаптироваться, отправляю на обучение. В общем, делаю все для максимальной эффективности. Замечательно. Какое отношение это имеет к групповой терапии? Ну как же, психологическое состояние сотрудников порой важнее их физического состояния. Мы же видим, какая ты сама не своя после развода. Да, вы знаете, это далось мне нелегко, но... Я вас уверяю, я справлюсь сама. Давай по-другому. У нас компания выходит на новый уровень. Появилась новая статья расходов, которую мы оплачиваем. Да, спасибо. Вот, сертификат. Можешь делать с ним все, что захочешь. Но я тебе настоятельно рекомендую посетить. Хорошо, Лариса Николаевна, спасибо. Я, наверное, воспользуюсь. Вам, Анна, особенно спасибо. Ну, что хотела?
сказал, что Анна теперь будет следить за нами еще больше. У нее теперь на это все полномочия. Так и сказал? Сказал, что Анна теперь HR. А ты куда собираешься? Увольняюсь. Ты шутишь? Пока да. Приятного. Слушай, а ты не видела, где мой телефон? Зарядку поставила. Ой, спасибо тебе большое. Mm-hmm. И спасибо, что не бросила тоже. Сейчас расплачусь. Ешь. Ну, правда, меня все бросили. А ты со мной возилась всю ночь. Даже родная дочь меня предала. Чего, прости? Ну, ты бы видела, как она радовалась подарку от Андрея, обнимала его. Я вот знал, что жен бывают бывшие, но что дочери? Ты дурак, скажи мне. Она ребенок. Ну, конечно, она радовалась подарку. Она еще маленькая и не выбирает, кого ее любить. Вот кого Бог дал, того и любит. А ты ее в предатели записываешь. Это ты ее можешь бросить, если козел, как мой папаша. Ты же не хочешь, чтобы она мою судьбу повторила? Ну, конечно, не хочу. Тогда мозги включай. И что делать? Пока ничего. Успокоиться. Пускай Катерина твоя остынет. Ребенку точно эти скандалы видеть не надо. А потом решите, может, на выходные будешь забирать. Ты же как-то с сыном общаешься. Никак. Ну, там вообще сложная ситуация. Лиана забеременела, сразу ушла. Вышла замуж за препода, сказала, что это его ребенок. Я его никогда не видела. Никогда не видела. Так. Сейчас берешь телефон, звонишь Валерию, он нас забирает, и мы едем с твоим сыном знакомиться. Держи. Ты что, обалдела? Что я ему скажу? Да и вообще, зачем я ему нужен? А вот это позволь ему самому решать. Звони. Давай-давай. Извините, а вы не подскажете, где групповая терапия проходит? Здесь. А, здравствуйте, у меня сертификат. Добро пожаловать. Как зовут? Катерина. Я Наталья. Очень приятно. И мне Берекомрик. Присоединяйся. Простите, но я без формы. Слушай, ну, во-первых, мы здесь все на «ты», а то, что ты без формы, это не страшно. Все так приходят первый раз. Давай, располагайся. Не понимаю, как ты меня уговорила? Ну, серьезно. У них своя жизнь, своя семья. А я тут такой: здравствуй, сын, я твой папа. А у него есть папа, который его воспитал. Спокойно, она в разводе, видимо, давно. С чего ты взяла? Откуда это у тебя? Она одна, мужа нет. Работает, между прочим, директором школы. Ничего себе, так милфа. Видел бы ты, какая она была. Эксперты, от дороги не отвлекаемся. Смотрю и понимаю, я бы на его месте точно стекла и нанесла упреждающий удар. Через 2 недели приполз. Люблю, жить без тебя не могу. А я говорю, а где? Вот где ты был раньше? Он в больнице. Ты меня туда сама положила. А я отстрадала, я уже переболела. Я документы на развод подала. Правильно, не надо давать шансы. Даже если никогда руку не поднимал, чувствуешь, что может ударить, уходи. Я ему говорю, ты скорпион, я близнецы. У нас с тобой совместимость 0. Но я же все равно стараюсь. Анзор – водолей. У нас совместимость 100%. Это, считай, даже не измена. Просто родственная душа. Такой жмут оказался. Я ему говорю, оставь мне машину. А он, зачем тебе машина? Ты же даже водить не умеешь. Я тебе и так квартиру оставил. Такой мелочный. Хорошо, что развелась. Я ему говорю, кто изменил однажды, изменит снова. Это психология. А он мне, не надо свою натуру психологии оправдывать. Девочки, разводиться страшно. Только первый раз. О, хороший знак. Тут каждый день в одно и то же время звонят колокола. 16:45. Это ж как ты ее достал, что она от тебя в эту дуру сбежала? Так она всегда здесь и жила. А в Мытищи ездила на работу. Частные электрички, и ты там. Слушай,
Тормозни у какого-нибудь супермаркета, мне надо цветов купить и еще чего-нибудь, я же не могу с пустыми руками. Правильно, я с тобой. Ага. Телефончик оставьте. Вообще не представляю, что ему купить. Конструктор или машинку. Контрацептивы. Парню 14 лет, какой конструктор? Ты ему еще погремушку купи. Ну, а что тогда? О! Продай очки. Редкость надо прикольно посмотреть. Ну, или в игры там какие-нибудь поиграть. А? Пойдем. Я же сказала, не продам. Вам 18 нет. О, я же говорила, надо было презервативы брать. По поводу пива я с вами согласен, но вот презервативы лучше продать. Зачем они им? Капитошки делать, воду в них наливать и с балкона сбрасывать. Умные все стали. Спасибо, тетенька. Тетенька? Я на тетеньку похожа. Спать надо по ночам. Ну что, девочки, у нас сегодня новенькая. Давайте ее послушаем. Там мне как-то рассказать особо не о чем. Всем привет. Я много пропустила. Да нет, Кать, продолжай. Я же говорила, всем нужна терапия. Ну, Кать, смелей. Меня зовут Катерина. Девочки, давайте поприветствуем Катерину. Я уже месяц в разводе. У нас с мужем есть дочка Лиза. Ей 6 лет. А почему развелись? Ну, мы характерно не сошлись. Кать, мы не суд. Тут правду говорить нужно. Изменял? Изменял. Как ты узнала? А я пришла домой, а они там в комнате. Я надеюсь, ты прямо эту тварину прибила? Как я ее прибью? Она же мне родная сестра. Они сейчас меня вообще из дома выгнали вместе с дочкой. И он еще говорит, она мне не дочь. Докажи мне, что она моя дочь. Сделай тест ДНК. А как я тест ДНК сделаю? Он у меня зарплатную карту отобрал и все деньги оттуда снял. На что же ты живешь? Ну, добрые люди помогли. Меня бывшая его приютила, которую он также бросил, только ее он еще бил. Тебя-то хоть не бил? Бил. Ну, когда выпьет сильно. Еще и бухал. Конечно, бухал. В общем, я подала на развод. И сейчас вообще ужас. Он просто все время меня преследует. Он караулит меня, он ходит за мной. Я не знаю, что делать. Я не могу нигде спрятаться. Мне очень страшно. А в полицию не обращалась? Обращалась. А они сказали, еще раз позвоните, мы его сразу закроем. Да, таких историй у нас тут еще не было. Я как будто и мыжа сейчас посмотрела. Ну что, девочки, кто что думает по этому поводу? Здесь? Здесь. Чё сидим, кого ждем? Да я это, мандражирую. Угу. Может, со мной пойдешь? Не. А если у вас там чувства нахлынут, наброситесь друг на друга, а мне смотреть не хочу, иди без меня. Даша. Иди один, мы тебя здесь подождем. Ладно, я быстро. Фомин? Все-таки пришел тройку исправлять. Проходи.
Ну что, понравилось тебе у нас? Да, спасибо. Слушай, оставишь потом свой номер, я тебя в группу добавлю. Ага. Ну ты держись, ты сильная, ты справишься. Увидимся на следующей неделе. Слушай, сестренка, у меня занятие проходит по самообороне. Я тебе в чате напишу адрес. Приходи. Мы там девочек учим, как делать этим яйценосцем. Очень больно. О, спасибо, я подумала. Ну что, не зря сходила, хоть выговорилась. Да, это было полезно. Да, и нам полезно. Я, конечно, догадывалась, что в тихом омуте, но что-то настолько. Ладно, не переживай. Разберемся с твоим абьюзером. Давай. Всего хорошего. Представляете, в город въехал и по сторонам смотрю, и ну, как-то и защемило. И 15 лет прошло, а ничего не изменилось. Почему не изменилось? Плитку новую положили, красную облагородили город. Кафешки подкрывались. Правда, бездомные все так же на вокзале собираются. Новые не изменились. Все такая же. То есть ты тогда в бабульку влюбился? Если я тогда так же, как сейчас, выгляжу? Нет, ну я не об этом. И никакая вы вообще не бабулька. Степушка, все хорошо, правда. Ну и зачем ты приехал? На город посмотреть или, может быть, на меня? Да нет, я понимаю, у вас своя семья и все такое. Просто, ну что ли, прощения попросить за то, что тогда бросил? Так это я тебя бросила, или ты не помнишь? Ну, значит, потому что не внушал доверия, потому что не смог показать, что способен. И вел себя как ребенок. Но ты же и был ребенок. Может быть, но я повзрослел, причем совсем недавно. И хочу принимать участие в жизни сына. Вы можете не говорить ему, кто я. Пускай он считает своим отцом того, кто это заслуживает и кто его воспитал. То есть меня, получается? Привет. Привет. Петр, что за манеры? Перед тобой взрослый человек, а ты привет. Здрасте. Здрасте. А это кто? Это мой бывший студент. Живет в Москве, сейчас проездом в городе. Вот решил навестить. А это Федор, мой сын. Троечник, лоботряс. При этом очень смышленый парень, отчего вдвойне обидно. Не слушается, гуляет допоздна, но в этом он очень похож на своего отца. Правда? Да я откуда знаю? Я его никогда не видел, увидеть не хочу. Ладно, я пойду, у меня катка начинается. Подожди, у меня для тебя кое-что есть. Нифига себе. Спасибо. Я рад, что тебе понравилось. Пойду затащу. А как же Роман Валентинович? Честно говоря, я давно его не видела. Мы с ним только год прожили, а потом он влюбился в свою студентку. В этом мы с ним очень похожи. А с Федором он не виделся? Зачем ему это? Я никогда не говорила, что он его отец. Или ты думаешь, что я могла такое не сказать? А почему вы мне не сказали? Не хотела тебе жизнь ломать. И зачем тебе бабулька нужна? У тебя наверняка своя семья, дети. Да, дочь. Но, походу, я все испортил. Ну вот и езжай, исправляй. А я пока подумаю, как внедрить тебя в жизнь, Петр, если ты правда это хочешь. Хочу, хочу, конечно, хочу. Тогда ставь номер своего телефона, а я тебе дам свой, чтобы потом в 4 утра вот
не будете. А где Валера? В багажнике. Он меня достал, я его связала и туда запихнула. У тебя как все прошло? Прикинь, тот парень, который в магазине с презервативами, это мой сын. Да ладно, прикольно, симпотно на тебя похож. О, а ты как выбрался? Откуда? Из багажника. У багажника я сикать бегал. Слово взял. Мне так бабушка говорила. Кстати, насчет бабушек. Как там твоя Лиана? Как поговорили? Нормально поговорили. С сыном познакомила. Большой такой. Так, может, я здесь оставить? Нет. Поехали в Москву. Мне с Катериной мириться надо. Слушай, не выходит у меня из головы эта Катерина с ее историей. Да не говори, как можно быть такой сволочью? Да я, если встретила его в темном переулке, я ему показала. Опять в тюрьму хочешь? Да я бы аккуратно. Возьми Катю за ручку, идите. Вон ваша учительница. Вась, пойдем. Мам, может, хватит «Лабуду» смотреть? Только мозг засоряешь. Ну, не нравится, возьми, переключи. О, спасибо. Катя, я тебя не спросила, а как вы с Андреем до дня рождения пообщались? Вот сволочь! Не берет? Не берет. А что ты ему звонишь-то? Я звоню ему сказать, что это я его бросила, а не он меня бросил. Что он так и сказал? Да, так и сказал, вообще ничего не объяснил. Может, ты ему изменила? Ты же знаешь, что не такая. Хотя вообще надо было бы.
Кать! Привет! Здравствуйте! Привет, Андрей! Какими судьбами? Ну, мы пришли попеть. Ну да, это же караоке. Я тоже попеть. Ну, как дела? Ты помнишь? Это же наша песня, мы под нее на выпускном танцевали. Точно. Как ты запомнил? Нормально. Мне кажется, мы поняли друг друга. Наконец-то. Когда встречаетесь? Ну, не знаю, мы как-то не договаривались. Слушай, а ты сегодня занята? Сможешь Лизу на танцы отвезти? А ты? У меня машина сломалась, надо разобраться. Вот, поэтому тебя и прошу. Ну, ладно, ладно, решим что-нибудь, решим. Иди собирайся. Алло? Привет. Ты занят? Эй, вы что делаете? Машину забираю. Почему? Это двор, а всегда я здесь ставлю. А вы что на меня орете? Вы вообще кто? Так я вообще-то хозяйка этой машины. Вы кто? А это тогда кто? Привет. Ты чего шумишь? Что ты творишь? Добрые дела. Позвонила твоя мама, сказала, что у тебя проблемы с машиной. Не могу же тебя бросить один на один с этим старым железным чудовищем. Так это мое чудовище, я сама с ним справлюсь, окей? Она у нас сильная и независимая. Да, я такая. Так мне машину-то забирать? А да-да, забирайте. Забирайте, забирайте. А ты забирай ребенка. Андрей поможет машину починить. А потом Лизу сводите на танцы. Ты же сегодня свободен? Mm-hmm. Я не понимаю, почему вы меня не предупредили? Я даже не знаю, где ее чинить. Да не волнуйся, я уже договорился. Нас ждут на СТО. По-быстрому сделают, вечером уже заберем. Ну вот, прекрасно, все решено. Езжайте. А мне срочно на почту надо. Мам, почта там. Я знаю. Ну, это, короче, коммутатор у тебя навернулся. 5 минут поменяем, можете ехать. И все? Нет, ну можно расходники поменять, там, колодки, фильтра, масло. Не-не-не, только коммутатор. Вы тогда машину после во двор поставьте, мы ее вечером либо утром заберем. Так может сейчас забрать? Коммутатор есть, 5 минут поменяем, уедете. Не-не-не, вечером. Вечером так и вечером. Мам, а мы теперь будем жить с дядей Андреем? Нет, с чего ты взяла? У меня бабушка так сказала, а я не хочу с ним жить. Я хочу с папой. Не переживай, не будем мы жить с дядей Андреем. А с чем бабушка так сказала? Ну, наверное, она сама с ним хочет жить. Причем уже давно. Допустим, мы с дядей Андреем, а мы с папой будем. Посмотрим. Посмотрим. Ну что, девчонки, танцуйте. Скорее всего, коммутатор сдох. Сейчас его протестируют и точно скажут. Это хорошо. Стоит копейки, меняется за 5 минут. Единственное, надо дождать, пока привезут. Но к вечеру машину уже можно будет забрать. Ну что, едем на танцы? Копейки сколько? Не боись, беру на себя. Ну, пожалуйста, не надо. Кать, не обижай. Я мужчина, я рядом. Ну? Поехали, ребенок опоздает. Едем на танцы? Поедем. Ура! О, что-то забыл? И вам здравствуйте, Ольга Григорьевна. А вам не здравствуйте. Что ты тут делаешь? Ну вот, приехал из командировки домой. А из Проститутова? Из Нижнего. Из Нижнего Проститутова? Новгорода. А, понятно. Цветочки можешь своим профурсеткам отдать. Я тебя 3 дня назад с какой-то видела, так что вали отсюда и больше здесь не появляйся. С какой еще
Имя у нее забыла спросить. Так что вали отсюда, а то полицию вызову. Ты здесь никто, и зовут тебя никак. Так, здесь живут моя дочь и моя жена, и я имею полное право с ними видеться. Нет у тебя жены, вы в разводе, а дочку будешь видеть по решению суда. Что вы взяли, что мы в разводе? А я бумажку видела, маленькую такую, синенькую. И там написано, что ты никто. Так, мне надо поговорить с Катериной. Нет ее, давай ключи. Ты здесь больше не живешь. Катерина! Катерина! Вот что ты сейчас орешь, а? Их Андрюша повез на танцы и машину чинить. Ты же у нас ни хрена ничего не умеешь. То есть как? А вот так. А, ты, наверное, думал, что тебя здесь ждать будут, пока ты там гуляешь. Свято место пусто не бывает. Уловил метафору? Понятно. И вот что тебе понятно? Добились своего, пристроили дочь кому хотели. Добилась. И горжусь этого. Наконец-то у Катерины открылись глаза. Это мы еще посмотрим. Поугрожай мне еще. Бывший. Кто на тебя? Хорошо себя веди. Пока, Лизон. Ну что, где здесь можно позавтракать? Вообще, с утра ничего не успел. Ну, мне кажется, тут ничего и нет. В смысле? Просто даже кофе попить, пока ждем. Не думаю. Понятно. Ну и дыра. Слушай, мне кажется, ты уже можешь ехать. Я дальше сама справлюсь, спасибо. До завтрашнего дня я абсолютно свободен, поэтому планирую и вечер с тобой провести тоже. Осталось только Лизу маме твоей сплавить, и все. Лизу моей маме сплавить? Да, поверь, твоя мама точно не будет против. Слушай, а ты не думал меня спросить, прежде чем какие-то планы на мою жизнь строить, а? Нет. Зачем? Ладно, Кать, ну ты же честная девушка, ты же не откажешь своему спасителю просто поужинать. Я не просила меня спасать, это ты сам вызвался. Твоя мама меня вызвала. Ну, тогда и ужинай с мамой. Спаситель, по вызову. Катя, а что началось? Нормально же общались, как взрослые люди. Тогда и общайся, как взрослый, ладно? Что ты как маленький? Захотел игрушку, теперь катается по полу, ногами стучит. Мы с тобой все уже обсудили. Что мы обсудили? Мы с тобой обсудили, что я не приз, я не игрушка. У меня своя жизнь, у тебя своя. И они как параллельные прямые, не пересекаются. Ну, значит, все-таки пересекаются, да? Я тебя просила об этом не вспоминать. У меня есть муж, у меня есть семья. Алло, какой муж? Ты развелась? Вот это тебя вообще не касается. Хватит меня преследовать, ладно? Я сейчас попрошусь Степана, он тебе голову проломит. Он давно уже порывается. Ну, пусть попробует. Привет, Катерина. У тебя все нормально? Помощь нужна? Простите, вы кто? Привет, у меня все хорошо, спасибо. Мы просто разговариваем, а он уже уходит. Какая же ты все-таки неблагодарная. Ты надумала ко мне на самооборону? Похоже, придется. Обязательно приходи. Спасибо. Алло, привет. Человечка, пожалуйста, пробей. Угу. Номер сейчас пришлю. Да, и вечером девочкам надо собраться. Привет! Кто здесь мой сладкий? А где дядя Андрей? А, дядя Андрей уехал. Командировку, как папа? Надеюсь. Значит, папа сегодня вернется. Почему ты так решила? Ну, они же не смогут быть вместе в командировке. Они же не любят друг друга. Логично. Давай, надевай. Смотри, я же говорила! Папочка, ура! Папа приехал! Привет, козявка! Удивительно. Держи. Папа, я очень соскучилась. Я тоже, милая. Ты же хочешь погулять вместе? Конечно! Привет.
хорошо выглядишь. Несмотря ни на что. Мама, можно мы пойдем с папой погуляем? Милая, я думаю, папа совсем другие планы. Отчего же? Я сегодня совершенно свободен, с удовольствием с вами проведу время. Можем поехать в парк аттракционов. Мам, пожалуйста, поехали в парк аттракционов. Ну ладно, езжайте, если так хотите. Но к вечеру привези ее домой. Ну а какой смысл? Лиску одну на аттракционы не пустят. Мою вестибулярку, ты знаешь, я там все горки разукрашу. Либо все вместе, либо никто. Мамочка, пожалуйста, пожалуйста, мы без тебя все горки разукрасим. Ну ладно, поехали. Но только ненадолго, мне еще машину забирать. Давай, бегу. Ну-ка, медведь, туда. Ехать не хотела. Смотри, как она аттракционы любит. На тебя любит, дурень. Ты что думаешь, я сюда поехала, чтобы она покаталась? Я приехала, чтобы она с тобой побыла. Что бы у нас там ни происходило, ты должен для нее оставаться самым лучшим. А как же Андрей? Что Андрей? Ну как, он все время рядом, он Лизе подарки дарит, тебе машину чинит. Я уж думал, она с твоей подачи его папой называет. Какой ты идиот, Фомин. А что, ты меня не позвал на день рождения дочери, чтобы я не мешал вам строить семью? Я тебя не позвала, потому что поймала за латексный костюм на бабе. Почему на бабе? Я не знаю, на бабе, под бабой. Суть это не меняет. Это у тебя то Игорь какой-то, то Андрей. Не знаю, кого ты там еще в лав нашла. В каком таком лав? В обычном. А как ты меня там нашел? Следил за мной? Ничего не следил, так случайно наткнулся. А, все понятно. Меня там Марина там по пьяни зарегистрировала. И от моего имени с мужиками переписывать, а ты случайно наткнулся. Интересно, при каких таких обстоятельствах? Может быть, досуг себе организовывал? Ничего не организовывал. Меня вон Лариса, обманув себе в дом, затащила, силой раздела, а я, несмотря на угрозу, сбежал, потому что я тебя люблю. Ух ты, бедненький. Ну как же так ты с пожилой женщиной справиться не смог? Как это? Она с тебя одежду стянула и в латекс нарядила, а? Ну, я в качелях запутался. Она меня раздела, а одежду выкинула. А там, кроме этого костюма, ничего не было. Что, мне надо было с голой жопой, что ли, идти? В качелях? Вы что, на детской площадке были? На взрослой. Папа, папа, ты видел, где была? Да, дочь, молодец. Может, пойдешь со мной вон на те качельки? Нет, дочка, иди одна. Папа в качелях запутаться может. Нет, пойдемте. А что, прям реально от Ларисы сбежал? Ну а что, я, по-твоему, в таком виде по своей воле разгуливаю? Да, странно. А у тебя правда с Андреем ничего? Ну, маме бы, конечно, очень хотелось. Ну нет, чего, я же тебя придурю люблю. А, кстати, мама твоя знает, что мы развелись. Говорит, документы видела. А, я-то думаю, чего она так активизировалась? Пусть Андрей с машиной поможет, пусть Андрей праздник организует. Надо ей правду рассказать. Ага, давай уж сразу Ларисе расскажем. Что, маму свою не знаешь? Она же побежит по секрету всему городу рассказывать. Ну, от меня с этим Андреем не отстанет. А он жених знатный, могу не сдержаться. В смысле? Шучу я в смысле. Ну, с другой стороны, можно ее шантажировать. Как? Ну, скажем, если проболтается, то мы опять съедемся и будем жить у нее. А если нет, то будем жить раздельно. Ну, как ты здорово губу раскатал. Вообще-то я тебя еще не простила. Я мать-одиночка, я буду жить в той квартире. А ты, если хочешь, можешь к моей маме идти. Пожалуйста. Ой, нет, лучше латексы к Ларисе. Ой, надо же этот костюм ей как-то вернуть. Ну, завтра на корпоративе вернешь. Блин, точно, завтра корпоратив. А Лариса наверняка выйдет, будет навеселе. А идти прям надо, да?
Ну, только если хочешь дальше работать. Ну да. Не берет что-то. Да я вам говорю, мы вместе приехали. Я просто на улице в машине сидела. Смотрите, вот документы на машину. Вот мои документы. Ваша машина, точно? Ну, вот же. Ну, хорошо. Забирайте. Только номер оставьте. Если будут претензии, я наберу. Пускай сразу он мне звонит. Вот моя визитка, запишите мой номер. Я за Лизой. Давай. Санта-Барбара какая-то. Привозит один, забирает другой. Это Москва. Здесь хуже, чем в Санта-Барбаре. Пап, а ты с нами? Нет, зайка, мне сегодня надо будет уехать. Опять в командировку? Да, но на этот раз не так далеко. Хорошо, возвращайся скорее. Давай, слезай. Оп. Спасибо. За что? За то, что забрал, за цветы. Вообще за день спасибо, было здорово. Это тебе спасибо. Спасибо, что выслушала и не прогнала. Проехали. Ну, как скажешь, чтобы с мамой поговорим, чтобы она еще сегодня не моротила. Давай вместе. Вот вернешься послезавтра и поговорим. Ну, если настаиваешь. Так будет лучше. Дай время. Ты не боишься? Чего? Что пока ты ее динамишь, если другого найдет. Друг, может, ты возьмешь? У меня уже вся стойка трясется. Ну, он не может, иначе его гениальный план провалится. А что за план? Он сегодня свою девушку послал, чтобы завтра поэффектнее предложение сделать. Никто никого не посылал. Просто культурно расстался. А завтра поеду, сделаю ей предложение, ну, чтобы неожиданно было. Вот кольцо, кстати, купила. А ты не боишься, что пока ты этот цирк разыгрываешь, она себе другого найдет? О, бородатый дело говорит.